не приходят игривые смс-ки, и ночная столица уже не манит. Разобрали всех девок в городе, не с кем даже посидеть по кальяне. Эксплеерская, блядь. Да ладно. Да, угадай, что? Кольцо. Наряд ты угадал, что может даже равно кольцо упасть, так как его на ботинке. Ну и кольцо. Вонючий. Где? С золотого сундука. Самый веник такой вообще. Вообще не могу даже лучника догнать, братья. Ну, и все. Сейчас так я оденусь нормально. Посмотрим, у кого. Нормально я оделся. Задротский такой. Блин, два бегают. Меня педики пиздили втроем. Не смешно. Давайте. Да. Будем их просто долбить. Будем вас лайк. Просто долбить. Да. Нормально, что ты стоишь здесь? Иди, баф наш проверяй. Что ты здесь стоишь? Куда ты пошел? Сюда иди. Да заколебал ты. Ну а что ты стоишь, тупишь? Могу догнать эту суку и все, блядь, убегает, пиздец. Арахна. Они думают, что они знают, ну кто 26 или когда он получил, кто ему достаточно хорошо фармить арахну, то все там и фармят. Я уверен. От меня все шары, блядь, летят. Сволочи. Ай! Лё, спасай! Спасай, лё! Меня эксплеер еще позовет куда-нибудь, да шесть, я тут найду, блядь. Пошел он нахуй. Пиздец. Даже не брали его. Я только побежал, его уже там туда возвратили. Видите, им быстрее вообще, блядь, быстрее дело сделать. У нее, она убегает от меня. Она не могу догнать и все, блядь. Наркоманы какие-то, блядь. Не приходят игривые смс-ки. Было нахуй. Я тебя убил. Хули, блядь, Red Mercury там топчется, еблуша. Блять, топчется, блять. Он закибал уже к тебе, блять, липнуть. Наверное, блять, Кракен его любит там, обожает, ему пишет, наверное, сообщение всегда.